больше всего. От них не дождешься, чтобы они поднялись до уровня государственного деятеля. Но поскольку будет задействован сегодня арсенал грязных методов, прозрачных, что сопредельная сторона не задействует арсенал, Виктор Федорович Янукович с большим отрывом, где-то в 12% на сегодняшний, на сейчас, на этот момент, побеждает в этих выборах. Мы хотим защитить свой выбор, чтобы не повторилось то же самое, что было в 2004 году. Именно такими методами руководила и руководит нынешний премьер-министр Янукович на своем могиле в Донецке. Чтобы на границе Украины, России и Беларуси на сегодня есть ваша поддержка и доверие. Для Украины! Вы что, женщины, не рисуете? Рисовывать еще як и вес кущи. И вот эта информация была подана 18. З такою інформацією першим є кандидат на пост президента України Янукович Віктор Федорович. За нього подано 7 мільйонів 468 тисяч 598 голосів, що становить 35% 35,52%. Другою є кандидат на пост президента України Тимошенко Юлія Володимирівна, за яку подано 5 мільйонів 233 295 голосів, що становить 24,89%. Друкована. Поки що, знову ж повторюється, неофіційна інформація, тому що ми